Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Стив, и сегодня я вот хотел с вами поговорить о таком синем хайпе, в кавычках синем. Ну да, вы, наверное, уже поняли, о чем я говорю. Люпа, превью видео. И да, это не клинбейт. Я монтировать не хочу, потому что нет времени. Ну, сорян, ребят. Вот такая, вот такой я ленивый. Ну ладно, пару роликов будет без монтажа и пару роликов с монтажом. О чем я сегодня хотел поговорить? Ну, о Евгении Бро. Он ведет рубрику «Ленивый тип Майнкрафт». Что я могу сказать на этом поводу? Сначала я задам вопрос. Где логика, блин? Вот где эта поганая логика? Чё за бред? Там на превью написано. То есть нарисовано. Там сначала классик Sonic, потом Shadow, а потом уже Fleetway Sonic. Ну ты, блин, вообще... И, кстати, Fleetway Sonic не канон. Тем более. Сначала поиграть... Вот Евген Бро, сначала изучи вселенную Соника, а потом уже начинай делать видосы по этой вселенной. То, что получается такой, блин, что нельзя передать. Так, а ну-ка. И далее. Я буду записывать кросс-аут для заднего фона. Такие там превью, такие, ребят, я сам не могу понять, что это за бред. Вы сами посмотрите на его превью и поймите, что за бред. Вот где логика-то? Ну, конечно, модельки качественные. Респект за модельки. Ну, реально модельки качественные. Я ничего не имею против моделек этих персов для мода Custom Steam. Но Майнкрафт это уже слишком. Минусы его видеороликов эволюция про Соника. Превью без логики. В Майнкрафте тем более. Вот когда там было про опытный Соника, он был злым. Злым, Карл. Хотя он добрый. Могли бы лучше Соника Лишет записывать. Могли бы лучше Sonic Unleashed записывать. Ну так кликбейт бы сделали. Но только не то, что я видел. Вот. Ребят, не рекомендую подписываться на Евгена Бро. Лучше подписывайтесь на меня. А вот подписывайтесь от Евгена Бро. И да, если вы подумаете, что это пиар Евгена Бро, то я вам скажу, что вы не правы. Это никакой не пиар. Не пиар. Это антипиар. Не рекомендую на него подписываться. Если подпишетесь, то я вам скажу одно. Вы очень крутой человек. Ну да, я не хочу никого оскорбить, но реально. Вот их. Да, я игру не буду комментировать. И да, ребят, если вы натыкались тоже на такие видео, то напишите комментарий. И, кстати, новый выпуск плюс 100-500 выйдет завтра. И да, поздравляю вас всех с 1 сентября. Всех поздравляю. Потому что начало учебного года. Ну да, я знаю. Домашка там. Сидеть на уроках 45 минут. Но зато начало учебного года, ребята. И да. Завтра я запишу видео в час 00 или позднее, потому что в 2 часа я иду, а куда не скажу, не хочу, чтобы вы меня спали. И да, вот я еще планирую добавить то видео Евгена Бро плюс 100-500 от Майнкрафта.
от рубрику, и я это сделал. Помяните мое слово, я это сделал. Я это сделаю вчера. Я это сделаю завтра. Хотел сказать вчера. Как можно сделать вчера? А, я сам уже не... Мистер Антилогик, сделай все, что я сказал, логично. Ну ладно, я продолжу говорить насчет этой темы. Настоящая эволюция Соника выглядит Classic Sonic, Modern Sonic, Boom Sonic, а еще Dream... Там... Не так. Classic Sonic, Dreamcast Sonic, Modern Sonic и Boom Sonic. И еще я в одном войсе Роблокса сделал свою версию Соника под названием Ultimate Sonic. И вроде бы эта версия Соника идет после Бума. Ну да, я не буду рассказывать всю его историю, я буду рассказывать о том, как хайпится этот Генбро. И он так нехило хайпится. Ну да, вы, наверное, видели хайп там. Кучу просмотров, кучу лайков. И, наверное, те, кто начали ознакомливаться со вселенной Соника, подумают, что это правда. 50 на 50. Или возненавидеть вселенную Соника. Ну, Евген Бро, вот сначала изучи вселенную Соника, а потом уже делай видео по этой вселенной. Ну, просто у меня так бомбит, что сейчас у меня просто взорвется вот заднее место. Место от этого всего. Тупее, чем Евген Бро, и никого не будет. Ну, наверное, фанаты Евгена Бро уже пошли меня дизлайкать. Но поймите, Евген Бро, он делает... Ну, как это объяснить вообще? Наверное, он там мистера Антиога, как себе позвал, и сказал, чтобы все, что... Сказал, чтобы он нарисовал. Тот согласился и сделал его немножко. Ну ладно, я вам расскажу о том. Ну да, наверное, мне фанаты Евгена Бро уже. Мне фанаты Евгена Бро уже забыли. И да. Я нашел еще одного плагиатера, который раньше снимал видосы с Евгеном Бро, а теперь уже перестал. И он плагиатер членом планеты Бро. Ну да, вы уже догадались, кто это. Поган, Майнкрафт, он везде. Каждый ютубер снимает Майнкрафт everywhere, что от меня. Вот. Вайнран это... Вайнран это совершенно другая тема. Это совершенно другая тема. Тема для следующего видео. Ну да. Следующее видео выйдет послезавтра. Или, возможно, сегодня. Ну ладно, ребят, на этом мы с вами заканчиваем данный видеоролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, Евгену Бро, подписывайтесь от его канала. Пишите мне плохие комментарии. Всем удачи и всем пока.